Милосердие – одна из главных христианских добродетелей. В поселке Дальнее Константиново Нижегородской епархии открылся социальный центр «Благость». Его добровольцы будут помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Доброта и милосердие. Именно эти два понятия вкладываются в такое забытое слово «благость». Сегодня пришло время вспоминать. В Дальнеконстантиновском Благочине начал работу социальный центр. Его так решено было назвать «Благость». Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вот главная цель, которую ставят перед собой сотрудники центра. Для местных жителей эта помощь будет не лишней. В Дальнеконстантиновском Благочине очень много нуждающихся людей. И здесь работает программа помощи кризисным беременным «Спаси жизнь». В женской консультации трудится специалист по предабортному консультированию. И очень много женщин, которые нуждаются в помощи и готовы сохранить свое дитя, если мы такую помощь сможем оказать. И поэтому социальный центр «Благость» станет такой вот первой веточкой, которая будет оказывать помощь. Цель нашего центра – это помогать малообеспеченным слоям населения. У нас специфика района такова, что, к сожалению, мало организаций работает и много людей, которые нуждаются в помощи. Но основная цель нашего центра – помогать именно беременным женщинам, которые отказались от абортов. И мы будем помогать продуктами питания, и средствами гигиены, и всем необходимым, что может понадобиться. Работа центра уже началась. Пока здесь формируют запас продуктов и вещей, которые затем можно будет передать нуждающимся. Главное, что у самих волонтеров есть желание потрудиться для ближнего. Этот центр очень важную миссию будет выполнять. Дело в том, что в детских домах, к сожалению, не уменьшается количество детей-сирот. Особенно детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому очень важно сохранить детей и сохранить семьи для этих детей. И если вовремя оказать помощь семье, возможно, какая-то мама найдет в себе силы для того, чтобы жить дальше вместе со своим ребенком. Открытие центра, социального центра поддержки населения «Благость» является совместным проектом нашего Благочиния с социальным отделом Нижегородской епархии. Соответственно, совместными усилиями мы сможем хоть как-то поддерживать местное население, помогать ему. Может быть, не в той мере, в какой вообще возможно, и той мере, какой требуют люди внимания, но хоть какую-то лепту в жизнь, в поддержку населения мы сможем внести. Всех желающих оказать какую-либо поддержку центру будут ждать с нетерпением. Совместные усилия не пропадут даром.